И всем привет, дорогие мои ребята и подписчики. Я бы хотел бы с вами обсудить одну тему по поводу роликов на моем канале. И да, для некоторых, кто только что появился на канале и смотрит то, что там все ролики там есть, но это не так. Еще в начале моей карьеры мне приходилось не удалять некоторые ролики, поскольку они то ли они получались неплохого разрешения, то ли они получались, они, как сказать, непонятливыми. Ну, то есть, маленького разрешения, там, маленькая гора, маленькое качество и так далее. Но в начале своего YouTube хостинга я снимал я в низком качестве через MobiZen. И потом уже я начал немного изучать там программы для записи экрана. И сейчас вы как видите, все нормально сейчас. Но до этого были уже косяки уже с этими видосами. В принципе, на данный момент я расскажу вам, какие ролики были все же удалены с моего канала. Пожалуйста, не бейте меня. Потому что мне прям не пришлось не удалить некоторые ролики, которые... Ну, просто не потянули они по просмотру. Что теперь-то? Короче, давайте приступим, в принципе. Первый ролик, о котором я хотел просто тупо обсудить, это первый стрим. Первый стрим я проводил еще не знаю когда, но, в принципе, далеко, в 2019 году, по-моему. Стрим, он где-то там полчаса там максимум там занимал. И в принципе еще один стрим я там припоминаю, то что взаимки и подписки. Я уже давно уже не занимаюсь ВЗ. Да, у меня там есть там один отдельный видос, вы подписывайтесь, если я пиарю бесплатно, но это было давно. Так что, пожалуйста, не судите меня по этому видео. И тем не менее, сейчас я не занимаюсь взаимками и не прошу там никого там взаимки. Люди подписываются, значит им нравится. Вопросов нет. И, в принципе, на данный момент я больше не занимаюсь никакими взаимками, а просто провожу стримы, как обычно. И второй ролик, о котором я бы тоже бы хотел поговорить, это стрим Sonic Adventure 2. Да, С1 тоже подвергся удалению, и знаете почему? Во-первых, стрим, конечно же, получился нормальным. Где-то он тоже по мелкому шел, конечно же, мне пришлось его проводить его тоже, где-то его полчаса. Я знаю, о чем вы такие подумали, то, что, типа, у тебя не было, типа, шумоподавления, типа, у тебя какие-то посторонние звуки были. Я скажу вам так, стрим получился в фиговом качестве, тем более он не тянул нифига просмотра, никто его толком ему не смотрел, максимум там 3 лайка набрало и все. И все, больше нифига он не набирал. И я подумал, смысл его, блин, держать, и вообще не вижу никакого смысла. И тем не менее, я сейчас собираюсь, конечно, проходить С1, потому что я хочу исправить эту ошибку, в принципе, пройти ее полностью. А стрим я начал с того момента, когда я заканчиваю еще историк за Соника. И тем не менее, я собираюсь этот С1 вернуть, в принципе. Так что пишите в комментариях, как правильно лучше поступить. Конечно же, на канале еще там остались там некоторые ролики, которые нифига не тянут просмотром. Короче, сами решайте, как поступить, потому что я толком не знаю. Ах да, еще один ролик забыл упомянуть. Отвечайте на вопрос, какая-то там часть, по-моему, там не знаю какая, пишите комментарии. Я помню, говорил вам еще в какой-то там части, то, что типа у меня удалили ролик, потому что я нарушил, в принципе, сообщество. И знаете, почему так вот сложилось, и почему я сделал перезалив? Дело в том, что с превьюшкой прям сильно я перестарался. И она, знаете, она как выглядела, прям как спам, как попрошайка рекламы, то же самое, что типа рекламируют там какую-то там сеть там, или не знаю, как это просто тупо объяснить. Короче, превьюшка, она выглядела как вот, не знаю, как просто тупо это, рекламу компании свою там делаешь, а потом уже выкладываешь. Потом делаешь там, не знаю, там обложку какую-то, а потом ее там ставишь. И потом уже получилось вот это. По музыке мне тоже есть, что сказать. Музыку я тоже неверно выбрал, так что это уже мой костяк, в принципе, на данный момент. И я не собираюсь никак уже больше так делать, в принципе, извиняюсь за этот косяк, в принципе, и на данный момент я уже не делаю такие превьюшки, как там со значками с Ютубом там и так далее. Я никак там не делаю там фигово, там все нормально, в принципе, с ощущением все нормально, музычка играет какая-то там. В принципе, это нормально, в принципе, удаление больше никакой ролик там не подвергался. Пишите в комментариях, какой лучше ролик удалить, по вашему мнению, потому что я сегодняшнего дня я только заметил еще несколько роликов, которые они нифига не тянут по просмотрам. И я скажу честно, если вы даже вот напишите комментарии там какое видео мне лучше удалить, а какое оставить, я прислушаюсь к вашему мнению и, конечно же, буду
буду внимательным в будущем, не буду больше это там фиговые ролики там делать. Короче, вы уже все уже сами уже узнали, в принципе, все обо мне, в принципе. Если хотите, я могу дальше вот снимать разговорные ролики. И кстати, озвучка готова. Она почти что готова, и тем не менее, не пишите, пожалуйста, в комментариях, когда она будет. Я уже, блин, тысячу раз уже, блин, сказал, когда это озвучка. То, что озвучка, она уже почти что готова, мне осталось только один голос, мне только смонтировать и все. Так что подождите, пожалуйста. Вот не торопите, ладно, окей? Вот ради нас вот. Ну, мы, блин, делаем эту озвучку, и тем не менее мы постарались, мы прям жестко. Осталось только затылок зазвучить и все. А потом можно смонтировать, потом уже в экспорт. Короче, я устал, хочу спать. Все. Отрубаю. Короче, до скорой встречи.